Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на игровом канале «Хардкорное прохождение от Михаила не только», и это мое продолжение прохождения модификации к «Сталкеру Чернобыля», которая называется «Сталкер Лост Альфа». Это у нас четвертая серия, и мы находимся на локации «Свалка», в результате, сейчас мы, в общем-то, видим так, звук. В общем-то, находимся на локации «Свалка», выполнили там недавно квест один дополнительный, без могли там кое-что. Так, обойди партию звук, вот так сами говорит, там где нас писать тут сидит. Он куда-то пошел дальше, что ли? Так, мне интересно, интересно, там ничего не скажешь. Так-то идем пока по сюжету. Узнать у серого о стрелке. Ставим это пока что. Мы будем локацию обследовать, конечно. Но если ничего пока у нас нет, никаких не помечено. Никаких наводок мы не нашли, на то Никита. Так что пока идем вот в этом направлении. Да, спасибо. Ой. Так, веса здесь нет, он ушел куда-то. Но этих сталкеров, мне кажется, мы ничего никаких квестов не возьмем, дополнительных не найдем, потому что. Так, фонарик. Потому что. У них, наверняка, квестов не будет. Так, что это за два дружественных персонажа? Кстати, это кто там ходит? Так, а тот сталкер, которого мы спасли, да, что ли? Это радиация, блин. Сталкер, ты не ходи, где радиация-то? Не видишь, что грузовик как это родит. Разит. От него радиация, что? Лучше отходи подальше на расстоянии, держись. А то локация свалка, правда, локация свалка называется правда свалка сейчас вот. Что полно просто всяких куч, полно куч всяких с радиовочными этими радиативной техникой. Такого раньше, по-моему, не было. Да вообще взяла сила. Локация вообще кардинально поменялась. Вот это место, по-моему, было не здесь, оно было там дальше. Точно не помню. В общем, да, конечно, все поменялось. Так, один из этот... А, ой. Эх. Как это вообще там прошел, интересно. Это у нас бес так-то, которому помогли в прошлой серии. Да, здесь попробуй пройди еще, как тут. Смотрите, все отходы. Тут у нас еще здесь кто-то. Сталкер какой-то. Ну, мы идем так-то спасать из-за серого. Так, батарейки у нас пока, слава богу, есть. Две штучки. Так, автомат у нас чем-то есть. Чем я такой с весом, что ли, что-то? А, мне почти максимальный вес. Это плохо. Мальто там уже есть, кто-то, что ли, обосновался. В том домике, где мы там были, это оружие побирали, выполняли квест снайпером. Этим бандитом. О, погоди, винчик кто-то здесь оставил. Спасибо. Ну, здесь бы так снайпера уже больше нет, так что можно не волноваться. Смотри, какая локация красивая. Так, а что у тебя здесь есть? О! Ну, возьмем с тушеночком. Так, фото. А, здесь так-то, хотя так. Никто не обосновался. Можешь поспать вам, да? Нет, нельзя. А, скелетик спит. Так, мы идем спасать серого. Пора уже двигаться дальше по сюжету. Просто в прошлой серии мы так, в общем-то, квестов немало дополнительных выполнили. Именно дополнительных, а не сюжетных. Так что пора уже, думаю, идти дальше по сюжету. Ой, хоп, где это? Так, ладно, бежим, бежим, бежим. Тихо. Так. Так, отлично. Чё думал, что такое зависло-то? Ладно, ну бывает иногда, конечно. Так-то надо, а? Нет. Так, ладно, бежим дальше. Что-то фонарька... А, фонарик тебе так, в общем-то, не очень хорошо светит. Сейчас бы, конечно, ПНВ перекатился бы больше, чем этот фонарик, я думаю. Так, ну, ПНВ пока мы установить не можем. Чё за? Так, все ключи склоняемся, что такое за стрельба? Может, надо бежать? Помочь, может, это с серого там, с этим сталкерами-то. Кого-то там отстреливается. Надо бежать, торопиться. Где там они, интересно, засели-то? Эй, друзья-то где? Я что-то вас не вижу вообще. Черт, ни хрена не видно. 23 часа ночи игрового времени, это, конечно. И да, жутковато. Можешь, конечно, попробовать переждать это время. Хотя пока не так сильно темно. Так, что у нас там восстановить? Носить можно, интересно? У меня все закончилось. Эх.
Ну, думаю, сейчас мы успеем немножко восстановим выносливость. Но пока это не так сильно темно. Можно не переживать. Так, туда. Кто там стреляет, в общем-то, правда. Надо торопиться. Мне хотелось бы провалить сразу же квест сюжетный. Из-за того, что я быстро так не тороп не бежал. И радиацию больше не подхватить. Блин, локация, конечно, да, что-то какая-то она большая. Всем, кто меня слышит, мы пытаемся выбить бандитов из ангара, и лишний ствол нам не помешает. Если кто поможет, за мной не заржавеет. А, понятно. Бежим, бежим, не волнуйтесь. Держитесь, друзья, держитесь. Так, что такое? Чё фонарик не так светится слабо? Так, Юрика, нужно, в общем, Юрика спасать нам кого-то. Ой-ой-ой. Чё здесь, в общем, за эти дыры какие-то, которые надо оббегать при этом. Но мы, конечно, торопиться, черт, мне нас выносливость затратится. А, здесь водичка, смотри-ка, нифига себе. В общем, бежим. Да. Давай, залезай быстрее. Чё у нас там такое? Знаешь, кашеносливость тратится, ну, вообще просто. Быстро. Сейчас сходимся-то на всякий случай. Чтобы еще друг позади, это что-то не очень хорошее. Друг. Так, Юрик, вы где? Не злупись, что, испортишь внезапно атаку? Где вы там? Не спускаться. Так, ладно, спустимся вниз тогда. Так, это сталкер, да? Как раз Юрик-то. Юрик. Ну давай. Ага. Пошли. Иди. Ну видишь, что ли? Чё, мне ждать тебя? А, давай беги. Я с тобой. Не патронов, думаю, хватит так-то. Хотя, конечно, поставить бы еще патронов. Так, куда он бежал-то? Я за ним что-то. Не успел. Погоди, дружище, я тебя не дождусь, это не догоню тебя. Беги вообще, беги, дружище, беги вперед на честный бой. Радный с негодяями. Супостатами. Вперед, хотя бы обойдем этих бандюков, сранцев. Накажем их хорошенько. То, что нападают на сталкеров, честных. Порядочно. Ну да, вот так вот. Вперед. Так. Всех случай. Что такое было? Чё, не сходил, что ли? Думал, не сходит, это сходит. Зацепил гада! А, задание выполнено, все? Ангар под контролем, что ли? Так, бомбитик. Чё так быстро, что ли? Ангар под контролем уже. Но вы даете. Вы там же все сами разобрались-то. Оказывается. Так, патрончики, пистолет, упори. Возьмем под упори под патроны. Так, это не нужно мне. Ладно, сейчас пока с ним поговорим немножко. Быстро, конечно, мы помогли им там. Да, неожиданно, конечно. Ладно, пошли почему-то. Хотя фонарь лучше оставить. Так, где там этот серый? Там помочь им не нужно больше. Так, о, пригодится. Так, мы это пока не будем брать, нас так хватает все. Так, о, смотри-ка. Ох ты. Так, аптечка. Аптечка. Так, дробовик мне не нужен. Мне он так-то есть. Патроны, конечно, нужны. А вот сам дробовик нафиг сдался. Гранатку поберем. Патроны к фоли берем. Это у нас. Да, это пистолет пулемета. Мне с ней автомат хороший.
Да, я что, застрял, что ли? Так, опа, как раз сер, да? Батарейка скончается, конечно, не вовремя. Задание выполнено, встреча с сером. Ну что ж, могли тем самым хотя бы безвозмездно. Так, немножко тормозить, чем ничего учит. Отлично, что ж, помогли им справиться с бандитами. Узнали, в общем-то, что можно направляться на не Гарапром локацию, чтобы найти его, если нужно. Чтобы найти, в общем-то, карта. Так, патроны, пистолеты, гранаты берем. В общем-то, отлично. Пора, в общем, направляться за этим картом, не Гарапром. Да, так понимаю. Только где-то локация, что не Гарапром-то. В данной модификации находится. Вот свалка, да? Или куда нужно идти? А, вот она, да? Ух ты, как нам далековато теперь-то. Или нет, я мог по пути. Вот по дороге пройдем-то. Ты что, не Гарапром? Да, не Гарапром. Ну, это, конечно, нижнее надо будет идти. Намного южнее. Так, батарейки еще кончаются тут. Ладно, печка с птичками, все нормально, 18 штук уже. Что там еще по птичкам у меня? Ой, одна штучка синяя есть, птичка, она, это армейская. Так, вот куда-то они туда пошли, непонятно куда. А что за туннель такой интересный? Ну, просто интересно, что за туннель. Они еще у нас здесь быстро тратится. Так, какой-то автомат у нас не очень хороший-то. Нафиг нам нужен? У нас все-таки прицел есть. Ладно, выбросим. Так, какой там станет-то? Хотя станет, конечно, это у этого. Вот, да? Ну, конечно, не знаю, прицел, как-то снять можно. Взять вот этот получше станет. У него. Так, снять прицел. Так, вот это выкидываем. Разряжаем. Выбрасываем. Это получше станет прицел призелом. Вот так вот. Во, все отлично, получше сани будет. Это можно тоже выкинуть так-то. Заряжаем. У нас другой автомат получше есть. Снайперскую винтовку оставляем. Хорошо, хороший сани, дробик тоже. Пока что так все делаем, наверное. Артефакт есть. Это, конечно, продать бы, но можно продать его. В результате это. Так, это гранат, что ли, две разные. Вступательные. А это что? Значит, две одинаковые, а почему они там в разных слотах находятся? Интересно. Так, фонарик уже кончается. Батарейка-то. А, это у них, в общем-то, такая база, что ли, у вас, да? Неплохо вы обустроились, молодцы. А что у нас там интересно? Мне просто интересно посмотреть, что это за такое. А, это мы там прошли? Блин, мы, кажется, по-моему, здесь проходили-то. Где-то там, в общем. Ну ладно, бежим тогда теперь. Это не Гарапром так-то. Хотя не знаю, конечно, у них, конечно, квест какие-нибудь есть дополнительные. Чем-нибудь можно с ними сейчас болтать, или не получится взять. А вот, обработан, например, да? Серу можно взять? Убить зомби. Ой, ну это, конечно, мы уже это делали. Второй серии-то. Ничего мне не интересно. Не же прицели. Да нет, извини. Может, торговать чем-то можно. А птички, ну ладно, ставим посылки. Но нет, конечно, мне что-то было бы интереснее чем-то другого выполнить, чем эти убить зомби, но одно и то же выполнять. Так, фонарик кончается, пора, в общем, ладно, пролезть нам пора уже. С фонарик включим тогда. Ну, пусть его выключится, то включим заново. Так, мы, в общем, управляемся не Гарапром теперь локацию. По сюжету. Так, здесь у нас проход есть. А мы там не пройдем? Не, посюда, в общем-то, колючая проволока. А, сейчас зарядим. А то, конечно, такой ночью там. Хотя можно, в общем-то, это время перемотать. Мне что-то не хочется, хотя я даже не знаю просто. Там, блин, что-то я не туда зашел. Через это придется проходить. Только решили время трачу пустую.
да и выносливость в том числе. Ладно, обойдем сейчас быстренько его со стороны и пойдем дальше. Или не получится? Наверное, не получится, блин. Ладно, выносливость восстановим. Время у нас еще есть так-то. Да, конечно, мы, хотя можно, да, перемотать время, попробовать. На день. Да, конечно, по-своему хорошо. Все-таки днем лучше. Думаю, надо сделать, да. Перемотать время. Или так оправиться. В общем, ладно, так оправимся пока что. Трик у нас есть. Что там с весом? Нормально с весом? Ой, погоди, мне зарядить надо. А то мне патроны-то. Так. Сохранимся на всякий случай. Два раза. Чтобы потом... Ну, в общем, не было проблем. Чем чаще сохраняешь, тем лучше. Все-таки сталкеры это не такие игры, прям стабильные. Так, как я-то перепрыгну. Слишком высоко. Я здесь-то еле залез. Черт, нихрена не видно, лучше чтобы переночевать. А то так долго буду ждать буду. Наверное. Нам, в общем, не игропром можно территорию управляться. Но хотя по дороге-то вот она, дорожка-то. Как бы, да? Ну да, дорожка-то вот она. Надо по дороге идти. Дойдем, в общем, до сюда. Потом уже. Там где дорожка-то? А вот лучше бы дорожка-то насчет я. Через буераки он, говорится, она хотел на правом прорваться. Мы же бежим так. Да и думаю, перемотаем время, ничего. Потом. Так, вообще-то пришли к этому месту. Сейчас повернем направо. Хотя... Перемотаем, блин, перед... Хотя, черт, пройдешь-то. Раньше дороги были получше. Да, хотя не туда вообще иду, именно в сторону. Ой, я просто здесь заплутаю. А лунный свет, а как лунный свет красиво проливается. Блеките. Вон, да, красиво, как, а? Небо. Блин, вот такая должна была сталкер быть. Графически, конечно, молодцы, забыли-то. Те, кто делали модификацию, просто молодцы. Опять, в общем, на 20 баллов сделали. Только ему. Так, чем там по этим патронам? Смотри, там патроны, думаю, перекинуть, что ли? Лишним не будут. Повесим-ка на пояс лучше. О! Все перезарядимся. Да, фонарик, конечно, вообще никакой. Но что-то не очень светло. В данном случае-то. Так, кажется, мы все-таки добрели до дорожки на Негропром. Наконец-то. О, за, в общем-то, свалка большая, ее просто разрезал на части. Надо вторую половину нужно искать. Ну так-то мы идем, в общем-то, все. Прямо идем в Негропром локацию. Все, переходим на другую локацию. Третью по счету. Негропром. Так, еще есть аномалия какая-то. Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу Крота! Нам нужна помощь! Черт, это военный десант! Там же наши! Пошли! Ну, пошли. Сейчас! Ну давай, веди за собой. Хотя он не торопится никуда, не бежит, так что можем -то тоже не бежать, да. Да, вертолеты летят военных.
А с военными-то, конечно, мы не слабо пока не повоевали. Их там просто это выброс перебил на мосту. На кордоне локации. Сейчас выбросом-то нам попросту повезло. Первый выброс в нашем прошлой серии тогда был. Случился. Не по сюжету. Не как было в Тень Чернобыля. Так. Интересно, будет ролик? Ролик здесь будет интересно, какой-нибудь или нет? И мы так пешочком будем бежать. Помню, в прошлый раз был, в общем-то, ролик. Ага, так и есть. Здесь, конечно, ничего не видно. Ох, как перестрел туда. Ночная перестрелочка нас будет ждать. Ух ты! Помощь сталкерам обидеться военных. Кто меня слышит? Помогите! Военные режут нашего брата сталкера! Понятно, бежим. Бежим. Держитесь, друзья. Скоро мы будем, поможем вам. Вперед, мужики! Милые друзья. Ох ты, нифига себе, что там бабахает-то. Что там такое бабахает? Ух ты! Что там гранаты кидают, что ли, прямо? Там что, гранаты кидают, что ли, соучите? Вообще борзели. Раскидаюсь гранаты. Нашего. Да, здесь. Если еще ни хрена не видно, был ночью. Не перейдь, в общем-то, на это. Перестрелка. Блин, а где этот? Во, этот. Крота здесь, он здесь. Крота. Вояки зажали меня во дворе! Выручайте, братцы! Так, мы бежим, не волнуйся. А, задание выполнено, помочь сталкерам. Так, ну хорошо, конечно, мы помогли. Сейчас поможем, не волнуйся. Я, конечно, нихрена ничего не вижу. Армейская птичка, да ты издеваешься. Так, сталкер, давай помогай. Там полно, конечно, этих военных. Да какого? Хер вообще не понимаю. Давай. Поможем. Чем сможем? Ой. А, все? Так, один, по-моему, остался. А где последний-то? А, его уже... Да, конечно, ночью мы постреляли, конечно. Такой тематичный. Чёрт, зря я вообще сунулся, мне кажется. Так, где у нас этот корот-то? Ли, это вылезает? А, вот и он, кажется. Так, Кемрик, это нички, отлично, наводки-то. Хорошо. Хорошо, что вот тайничков у них есть. Так, Курт, может, подойдешь немножко? Подождешь, я сейчас их обследую, здесь полно этих военных-то. И сталкер, в том числе, может, наводки. На тайники найдем. Да и патроны. Или нужно по сюжету, типа, так, быстренько сейчас. Тайники, думаю, сейчас мы там перемотаем время. Поспим. Точнее, когда попадем в канализацию, тогда, думаю, Рим перемотаем. Я точно знаю. Тайники точно соваться ночью ничего не стоит. Так, вот они кто. Хотя там нигде тайник-то неподалеку находится, оказывается. Но по сумму ночью-то, когда воюешь, тоже все-таки интересно. Так, давай-ка. Там уже брать не. Хотя можно взять. Проверческое. Так, где она? Так. Да, патрон-то в нем есть. Так что лучше. Не знаю, что придется, наверное, бежать нам попросту все. А это мне не очень нравится. Чтобы нужно будет бежать потом. Так что лучше сейчас собрать. Так. Что там по наводке тайничку, да? Тайничок один есть, отлично. Неподалеку. Ага. Понятно. Пригодится, думаю. В
Я вес, конечно, уже полно слишком. Поедим, думаю, тогда. Опять лангер дадим. Так, что лишнит еще? Патрончик, слава богу, нас полно. Да, патронов полно, конечно, брал, слава богу. Так, сколько там военных-то, ее просто сейчас нервничать не смотрю. Значит, красиво. Ночью. Вообще ничего не видно. Но посмотрим, так атмосфернее будет воевать все-таки. Так, где же еще один-то? Так, я тебя смотрел, да? Я там всех смотрел. Хотя где-то еще здесь, по-моему, да? Валяется, который не смотрел. О, еще один автомат. Ну, пусть возьмем. Нет, там патронов нету. Фонарик, конечно, тратится быстро. Так, моряк артефакт, что ли? Гравий, мутрик, ага. Продадим. Так, где-то еще один. О. Ну ладно, в общем-то, думаю. Так, эти патроны. Все-таки. Да, разрядим его. Лишние патроны, в общем, понабрали. Там штамп полно этих военных-то. Можно их там всех вообще осматривать. И сталкеров в том числе. Значит, быстренько сейчас сделаем. Никуда они нас пишут, никуда не побегут. Все-таки надо запастись. Давайте патроны к форе. Запасемся, думаю, сейчас. Всем, чем есть. Будем готовы, потому что в дальнейшем-то стычки у нас будут серьезнее-то. Места нам еще хватит, так что думаю. Ой, патрон. Пистолет там. Не знаю, чем взял. Столько... Хотя можно было разряжать, конечно, патрон, да. Я теперь это знаю. Большинство-то они уже разрежены. Так, отлично. Сейчас еще. Кати, ты мам. Так. Берем форе патроны. Так. Что у нас там еще разрядить получится? Отлично. В общем, берем патроны. Побольше патронов. Так, где-то еще есть, да? Конечно, можно оружие там с ним брать, но мне так-то. Ох, сука, там. Да, блин, там полно, конечно, тех. Было перебито. Так, еще энергетика. Патрон дровяку. Винтики пригодятся. О, еще наводка на тайник, отлично. Нам просто, как говорится, везет с этими тайниками. Нету. Ах, да, это не. Черт, батарейка, скажешь, маловато. Так, помню, здесь все мы смотрели, да? Мне кажется, все мы смотрели так-то. Здесь, конечно, еще есть. На лучше даже по сюжету идти, то мы так, наверное, застрянем надолго. О, еще тайник, наводка. Патроны. Да, еще тайники. Припасами. Так, уж считай, сейчас автомат. Автомат потом больше. Так, о, птичка. Побольше патронов к автомату наберу. Она пригодится. Еще одна птичка. Чем там с весом-то? Уже вес, конечно, набрал. Так, все, пора хватит уже. Ой, я там много уже вес набрал, так что думаю. Много чего, конечно, понабрал здесь. Так, по две штучки будет, хватит. Думаю, все, хватит нам пока. А то что-то слишком много вот набрал. Ну да. Ладно, все, побежали. Карту тем самым.
Все, хватит уже собирать, то мы и так набрали. Так, вот здесь-то Никита, сколько ёбрста. Так, отлично, продолжаем. Спасибо, друг, выручил ты меня. Одной ногой уже на том свете стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и быстро. Побежали, я тебя выведу. Ну, пошли. Только что ничок, если я еще не смотрел. Блин, дружище, погодите, это ничком-то. Таник-то. Может, потом все-таки забрать его, да? Да хотя не останутся танички, потом заберем. Сейчас вот мы успеем еще таники осмотреть, забрать их. Че, у меня вес еще, конечно, маловато. Еще мне нужно все-таки вес освобождать, и то мне сейчас так... В общем, таники, думаю, не забуду эти таники осмотреть потом. То сейчас мы просто сейчас по сюжету не пойдем, а то... Гвардец, я ястреб. Пока чисто, двигаюсь вперед. Так, а что такое за артефакт какой-то, что ли, висит? Ух ты, артефакт висит. Так, ладно, закрытым идем быстро. Не тратьте время пустое. Фу, тут вроде тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый мне сказал, что ты ищешь. Это где-то здесь, под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен, удачи. Ну что ж, под землей где-то, говоришь. Так, посмотрим просто по таничкам, что у нас таники где находится. Так, где подальше. Ну, когда у нас тогда на этой локации у нас таники, то в основном это... А здесь находится таничек один, да? Остатки с охоты. И плюс еще один таничек здесь. Mm-hmm. Ну, конечно, потом, думаю, осмотрим. Сейчас мы просто что-то по сюжету пока пойдем. Когда вылезем, уже будем убираться, толкаться, да, быстренько зайдем сюда, осмотрим. Ничего. Здесь что-то ничего на свалке образовался, тоже посмотрим потом на обратном пути. Так, пока что идем по сюжету, да, конечно. Надо еще какое-то время, думаю, перемотать будет. Так, где нас? Блин, где-то. Так, где-то на это. Спуск по земле где-то должен быть. Я нихрена не вижу, конечно. Так, а чуть тебе плохо стало-то? Ну ладно, пусть держит, дружище. Блин, я, кажется, спуск по земле не обнаружен никак. Такой темнотище. Погоди, получить информацию от крота. Мы, может, получили информацию от крота. А. Найти таник стрелочка, в общем, найти таник стрелка можно будет, кстати. Отлично. Так, отлично. Что такое? Книга стрелка. Флешка стрелка. Найти выход из подземелья. Ну что ж, будем искать потом. Будем, точнее, не потом, прямо сейчас искать. Хотя, может, таники сходить, может, там... И все-таки перемотать, время перемотать. Тут что-то тоже, но что-то мы же забыли, да, забудемся. Так, сначала найти какой-то ничок этот по-быстрому. Так, где-то ничок, здесь ход подземелья, что ли? Так, вот подземелья, как понимаю, это, да? Где-то еще где-то ник находится. Что ли? Ну ладно, в общем, не будем искать, потом и найдем. Ой, перестрелка началась там, и шутка. А, нам пора, в общем, спускаться вниз. Ну, лучше попробовать все-таки перемотать время. Что ли? Сейчас используем поспальный мешок. Так, сколько нас по времени поспать лучше? 7 часов, мы, думаю, хватит. Или, думаю, 6 хватит. Напоследок. А то что-то, конечно, такой ночью бродить, думаю, по подземелье, может, это слишком жутко. Пора, думаю, ему отдохнуть, главному герою нашему. Первый раз пользуем спальный мешок, который тем самым появился все-таки в этой модификации. Ничего на более оригинальном он не был. Особенно, что такое? Хм, смотри-ка. Нифига себе, что это за глюк такой. Точнее, это, наверное, не глюк, это сон был. Ну, это интересно, смотри-ка.
Так, мы до утра поспали. Отлично. Ну, спускаться мы пока не будем. Так. Фонарик включаем. Так, где-то Никита Никити находится, интересно. Думаю, чему сюда брать можно будет по-быстренькому. Так, блин, поближе то. Что с ним такое вообще? Что за фигня? Летает. Погоди, там мы это никто не достану. Там в эти враги, наверное. Так, артефактов скупал, ну это ёж, смевист, конечно, пана кидал. Хотя думала. Гранат, сколько конечно патронов понабрал ты. Не хочет ничего выкидывать. Выручайте! Там чего эти военные? Ой, они убили их. Там чего военные, что ли? Ну, пойду сейчас все-таки за тайником. Схожу. А кто там, военный, что ли, да? Какого? Да какого? Блин, а. Там эти военные, в общем, засели. Нет, он, в общем-то, наверху находится, а здесь находится, либо... Под диваном, может. Или еще выше находится, да? Мотылики, конечно, надо будет, нам еще искать надо будет. Так, может здесь это? Здесь все-таки тоничка, тоничок, то где? Там что, военный, да? Блин, ну где же тоник этот? Ваш дорогой. Еще выше, что ли, находится? Выше-то мы еще не сберемся. А, так, опять-таки водашка отойти, посмотрите. Здесь все-таки на воде-то ничего там можно ходить. Не, нет, не хочет. Показывать. Так, а. Заводской крыши, ага. Заводской крыши. Там, кажется, воин, да? Только я так не пойму, конечно, заводскую крышу, когда попасть наверх-то еще. А, хотя. Ну, конечно, придется кое-что. А вот и заводская крыша. Ну, сейчас мы туда залезем, мы быстренько мы заберем тайничок. Там же отправимся в подземелье. Что-то вес, конечно, слишком тор. Упал ты. Во, наконец-то. Упал из страницы. Упал, отжался. Так, как наверх подняться? На, блин, лестница-то. Что пиздерье? Фу. Так, как наверх залезть? Наверх залезть, вот интересно. Хотя, вон. Все-таки залезно. Заводской уголь крыши. Не уйдешь! А... Это что еще такое за глюки? Так, привет. Готов. Кто там еще там вам не стреляет-то? Ну, да, пора заканчивать так-то серию. Так, сейчас быстренько. Черт, не то. Все-таки тайничок быстренько надо найти. Где он находится-то? А, вот он. Вот это ник. Ох, а птичка. Это что такое? Ух ты. Ой, батарейки как раз вовремя. Так, это 2 года в остальных условиях. Но... Ладно, возьмем. Чем там повис-то? Блин, слишком много веса, конечно. Я много всего позабирал. Ой. Так, ладно, выкинем это. Убросим, мне нафиг это нужно. Съедим это. У нас так, еще есть что поесть. Ладно, герой-то. Так, попить. Давай. Гранта выбросим. Думаю, хватит мне. Хватит мне 4 гранта пока что. Пусть валяется здесь. Можно вообще их полспрятать.
Блин, есть все равно много. Потом сейчас пути забыть, как надо будет. В общем, пошли тогда. Так, кто мне еще помнит стрелять-то? Кто там еще стреляет, блин? Так, тихонечко. Кто там пуляется-то? Что за нахал такой? Чтобы, конечно, вес бы к нему все-таки скинуть. Что мне с лишней-то не пригодится. Хотя дробовик-то можно скинуть, это мне не нужен. Я, наверное, просто там не буду. Сами с кинотопом мне как раз вблизи будет. Хотя, блин, у меня это оружие есть. Это вблизи, ближнего. Дальнего боя есть оружие, ближнего боя есть. И, в общем-то, среднего есть. Пистолет, конечно, тоже был. Да. Думал, пора тика патрон пистолет мне надо выкинуть. Я что-то их много всего пособирал. О, нормально сейчас. Так, я чем-то еще это лишнее. Выкинуть, думаю, надо. Ну, например, вот. Ладно, ну гранату выброшу все-таки. А то что-то слишком много вес таскать с собой. Так, ну все, так-то мы пошли, в общем, сейчас в подземелье. На этом пока закончим данную серию прохождения игры Stalker Lost Alpha. Итак, немало сегодня прошли. В земелье промисли, думаю, уже в следующей серии. Тайник еще какой здесь должен быть. Который, я не знаю, где-то, наверное, подземелье находится, мне кажется, ничего. Надо какой-нибудь обещать подальше посмотреть просто, на всякий случай. Но все перед этим закончится. Подземелье, что находится прямо. Остатки с охоты. Непонятно, конечно, где там подземелье находится, для них. Наверное, там. А, так, найти нужно книгу стрелка, найти тайник, потом найти их подземелье. Это мы потом в следующей серии найдем так-то. Да и тайник, в том числе, думаю, найдем та же. В следующей серии. Наверное, мне кажется, это в следующей серии мы найдем. Где-то подземелье находится, мне кажется. В общем, пока что мы этим закончим. Закончим тем самым 4-ю серию. Увидимся в 5-й серии прохождения игры модификации Stalker Lost Alpha. На этом пока что все. Если вам видео понравится, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки обязательно и оставляйте комментарии. С имени точки зрения насчет моего прохождения, моих комментариев, свои советы, свои впечатления. На этом пока что все. С вами был Михаил, всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.